Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. Всем еще раз привет, это вторая игра команды Нормик против команды SquareR. На данный момент SquareR ведет 1-0. Со мной в сокасе по-прежнему Никита Эмпас и Глеб Пегас. И они оба здесь и сейчас. Нет? Не здесь сейчас. Один Глеб. Да, здесь и сейчас. Все тут. Команда Легион. Салфорис, Магбус, Хеллбрингер и Риптайд. Команда Хеллборна, Дедву, Талуна и Силуэтка. Теперь наоборот решили. Ну, хотя Силка опять за Хеллборн, Салфорис опять за Легион. Но команды уже поменялись местами. Да, это вот опять за Хеллборн. Вахтел, Маржа. А. Да. Александр Родионович. Я закинул, набери его. Я набрал. О, ничего себе. Чё? Я не знал, что он здесь. Но он не берет трубку. Сейчас я ему напишу. Возьми трубку. Слонидзе. И остался заключительный пик. Алло, привет. Здорово. Здорово. Вот команда Легион. И это Кланкс. Не будет формящего Салфориса. Это будет лесной Салфорис. Саппорт, значит, Хеллбрингер и Риптайд Магбус. Хардлайн, да, Магбус. А у команды Хеллборна Дедвуд Мид. Нет. Стоп. Мэдман. Мэдман Мид. МРМК нужен. Мисклик, сори. Дедвуд будет мид, Мэдман, кстати, накажет Хеллбрингера с Кланксом очень легко. Очень легко? Очень легко. Ты так думаешь? Я уверен. Ну, Хеллбрингер, да, особо он Мэдман минить не может. А это ты как понял, блин? А чё Хеллбрингер? Контроля нету вообще. Ну, типа, касты, это... касты дорогие. Это вот вы так все думаете, а на практике действительно, сколько вы игр смотрели там, где Рапса против Мэдмана, и сколько игр там, где Хеллбрингер против Мэдмана? Потенциал героя это не надо забывать. Алло, потенциал. Потенциал героя это не потенциал игрока. Алло. Алло. А хотя там Редженда, да, потенциал игрока тоже учитывается. Там игрок. Вот именно. С большой буквы. Ну, кстати, да, у него Редженда с большой буквы. А кто играл на Хеллбрингере много раз? Второй скилл монокост всегда одинаковый или нет? Да это можно посмотреть, вот нажал центр обучения. Второй скилл монокост возрастает или он всегда 160? Нет, возрастает. Ну, вот все зависит от того, сколько он на первом уровне стоит. 100, по-моему... 60. 100. Че 100? Ровно 100? Тут написано 160. Это последний левел. Там всегда пишется, там всегда последний уровень. Ну, значит, плохой центр обучения. Я соглашусь. Как я устал играть, честное слово. Я так хочу спать. Иди спи. Кэптэн Пик, окей. Попикаем с Анни, выходи. Че, ты соло, что ли, играешь? Я как на тебя впадал с утречка в субботу. На меня? Да. Да? Да. Ну, я говорю, да. Соло. Если только какие-нибудь там угарные стаки и под какие-нибудь нетрезвые игры, то да. Либо вон с командой на инте. А так соло. Команда на инте. Я думаю, что за петух на доктор Репульсере в лес пошел? Я там Магмуса на миде просто
чпонь-чпонь. Перевернул. Фейл фиш просто. Че это такое? Там игру откроют или нет? Да не игру не могут создать. А ты с Магмусом стаки играл, Сань? Не, я соло играл вообще. Это то есть тебя еще более-менее пряморукому закинул? Да. Пёртый бес. Я тебе больше скажу. Магмуса, я бы тебя очко. Я тебе больше скажу. Я ни одной игры на этом аккаунте не проиграл до сегодняшнего дня. Сколько же там было? 2-0? В плане там было 2-0. Я... 50 или 60 ММР без лузов сделал. Ну, 2-0, 2 раза по 30 ММР. А, 2-0 по 30. Стоп. Сейчас бы за игру 30 ММР давал. Сейчас бы, да. Ну, там же нулевый был аккаунт. Нет. Там еще 800. 1720. 1730. Да, 1720. Ну, конечно, если бы мне таких рандомов давало. Join game. Я тебе говорю, хоть чуть-чуть по пряморуке было что-то, я мой бегемот бы наказал бы тебя там. Я просто вас там покарал. Саш, зайди. Куда? А, у нас Глеба здесь нет. Глеб тоже здесь. Мы заходим быстрее, чем игроки. Ну вот смотри сейчас, короче, кто там был на месте. Дэдвуд. Привет. Там Лена, наверное, была. Которая обычно привет идут. Да. Бедная девочка, она, наверное, забыла уже про Хона, а ее тут просто там по кругу пускают. Приветами? Фантазиями, приветами. Ну чё, на кого ставить? Я ставлю... На красивую игру и на победу Эгриона. Нет, я вот ой, ставлю... Фу, короче, Никита подлиза там вот это вот не может ничего сказать. Глеб, нормально. Я не вижу, что ты мне пишешь в ДНД. Я же сразу еще во время пика сказал. Там ну, это пик нормальный. Меня напрягает только наличие Хеллбрингера. Почему? Потому что, потому что он слабый? Кто? Хеллбрингер? Нет. Ульта слишком жесткая у героя. Вот. Ну, вот. Ну, знаешь, если ты нафейлишься, или там под смерть своего союзника дашь, который ничего не сделает, то ульта, считай, бесполезная. Ну, так-то вот ловить вот всяких силуэточек, сбивать там ульту можно Дедвуду на реакции, там же мгновенно почти Мальфаст падает. Ну, стан, да, сразу моментально там. Ну, вот. Ну вот тут вот очень сильный лейт у команды Легиона. Есть Кланкс, есть Салфорис, есть Риптайд, есть Голем Хеллбрингера и Магмус. Не может быть! Ты не может быть этого, Сашка! А у, Хел, а у Хеллборна чё, отстой? А ну, у Хеллборна похуже, так-то там а слон... А станом на 8 таргетов. А Мэтман, который в лейте раздает нормально силка без пуша да. За гейм. Мэтмана надо раскачать. Изначально, если потому что он на харде. Хуже, ой, типа, да, лейт хуже. Тогда я не знаю, зачем вам играть в этой игре, потому что начальная стадия у них тоже хуже. И типа у них все хуже тогда. Имба Дедвуд, который просто этого Кланкса с какашками смешает. Ой. Тем более, это топ-1 миндер. СНГ? Гарена. Старс. Ты просто так слово выбираешь или что? Мне кажется, мы играем в ассоциации, я тебе показываю курицу, ты мне горена. Я тебе... А, ты мне курица, а я тебе горена? Да я к примеру говорю. Ну, как бы смотри, сейчас ассоциации. Курица, птица, птица, петух. А после петуха я знаю, что идет. Что? Сашка! Так легко, Сань. Я не знаю, ты, короче, хочешь я тебе дам курсы вот этого, типа троллинга там? Курс троллинга?
Это моржа? Я тебя обучать, я тебе дам. Зачем как бы мастер-класс тебе показывать? Ты меня отправишь к мастеру? Нет, я отправлю к тому, кто на ступень пониже. А кто пониже на ступень? Никита? Ну, контора открыта. Нет, ты чё, запарил. В Москве, на Кантемировской. Они семинары проводят каждый четверг и вторник. Батюшки, а ты туда ходил, что ли, раньше, чтобы научиться? В смысле, я основал это. А ты основал эту контору? Конечно. Не зря очки носишь. Батюшки, пропир поехал. Не зря очки носишь, так сказать. Это Глеб, походу, от нас отчалил. Ну да, Лена пришла. Пора действовать. Такая. Ну а дабл мид сразу против Рептайда, и Рептайду будут причинять боль. А Луна поставила контрвард. Где-то два дня назад. И он выигранный был. Да. Идентичный, кстати, персонаж. Там еще в инвизе, по-моему, Магмус потом подошел и чуть не умер. Там только что Рептайда под таким же контрвардом забрал. А, когда инфа о варде, ты не пришел? Да. Там тоже Рептайд был солн на миде. Рептайд не знает о варде. И Магмус опять же в этой же команде. Вот я не понимаю, а как они так запушили линию? Они стоят даблой. Так а Луна автотачит просто, типа, все. Ну, а Луна не особо много на себя сагрил тогда. Ничего себе. Достаточно, ты че? А одного удара, если ты сагришь крипов, уже достаточно. Ну, как бы они уже дабл мид проиграли. Нифига себе, тут двойная пачка фуловая. Ну, если еще Рептайд будет добивать крипов... Да, то все будет удачно у него. Вот, первый пошел. Но сейчас понятно, могут залететь корни по Рептайду, и они залетают, есть стан от Алуны, тычка. И это ФБ. Это было что-то слишком просто. Читаемо. Да. У тебя 200 хп, ты стоишь под тауэром, и такие два персонажа второго уровня на тебя бегут. Ну и все, и в принципе, ты умираешь. Ну он просто не знает о рефорде. А причем рефорд? Короче, Сань, запишись на курс. Ой, все. Кланг все из 5 крипов одного только добить. Ну он старается. Да он устал, ему, кстати, уже у него часовой пояс какой. Какой? Умеренный. Ха! Никит, тебе походу дело тоже. В Москве будешь, Карин, мы видим. Я сразу тогда уже к профессионалу приеду. Слышь, Морж, тебе надо этого, как его, мораль брать, в команду взять. Вы там на пару будете шутить постоянно. Не забей, у него не смешные шутки. А ты над моими смеешься. Когда вспомнили злейшего врага. Я на публику играю, Морж. Какую публику? Ну вот, на ту самую. Я на губах поиграю. Ишь, и поиграешь. Ну давай, я не против. Рептайда подцепили, стан от Алуны. Ну и второй фраг для Серсея. Ну, Рептайда уничтожили. Саня, ты часто вообще с вами играешь? На флейте. Ну и все, Мэдман здесь лайн против Планкса выиграл. Ну, а я вам что сказал, Мэдман изи выигрывает эту линию. Нет, ну когда Кланкс не добивает 5 крипов... Постой, я когда говорил, я видел, кто будет играть на Кланксе, видел, кто будет играть на Мэдмэн. А я не видел. Мы говорили про героев, как бы. Мы про героев, да. Вот Никита мне помог. Поэтому вы ставки не выигрываете. Ты мне 200 рубасов не перевел, Саня. Перевел. На Киви перевел. А чё мне смс? Потому что она не приходит теперь. Это у тебя не приходит. Ну а у тебя подключено? Конечно. А, ну все, значит, должна прийти. И минус Хеллбрингер. И это 3-0, какой задел на игру у команды Square Air. Что за объект? Ты что думаешь, я тебя обманываю? Я ставлю на Хеллборд. Не, я уже не ставлю на Легиона. Сань, где моя соточка? Какая твоя соточка? Нет. А, другой Сань. Какая соточка? Фул, ты такой сказал, тестишь, и твоя половина соточка. Первый курс мастер-класса бесплатно будет. Ну такой водный. Водный. Так водный всегда бесплатно везде. Там я обучу таким азам, когда типа что не спрашиваешь, тебе отвечают. А? Ты ему. О, на! И все. Че, всегда тебе помогает это? Реджент сейчас со следующего захода заберет этого Кланкса. Сань, да. Видишь? Я тебе, ну, как профессиональный уровень, я тебе на месте доказал.
Да я ощутил это. Все, сейчас на миде опять будут забивать не с корнями, но и продолжать как-то с ним. Ну есть еще Салфорис! Не так все плохо, пятый уровень. Который себя абсолютно никак еще не проявил. Пока что он только фармит. Пора бы еще слона выгнать с лес. Ну, так-то да. Зашел первый раз. Ну вот его увидели. Ну вот уже пора. Все. Подцепили, рептайда стан, корни от Дедвуда. И очередная смерть, это уже 0-3. Не знаю, этого парня принципиально тренят постоянно на миде. У него в каждой игре, у него, мне кажется, топ по смертям будет. Вот. После группового этапа. Не, я знаю, у кого больше. У кого? Я не скажу. У тебя? Нет, ты что? Он не скажет. Я его хотел развести. Ладошку свою развалить будешь. Кто так смеялся? Вот Вуди, по-моему, дятел, да? Генка. Мэтбана на боте. Генка. Подцепили Хеллбрингера. Но подходит Салфорис. Ну, ты понял. Да. А что-то, по-моему, Мэдман слишком гриди закупился. Я понимаю, что у него 270 ГПМ, как у Кири. Чилис? Не, банка. Не, ботинок бы после банки, нет? Ну не, и так под первым 522. Ну да. Давай вообще не покупать тогда ботинок на него. Не надо. Хорошо. А когда еще ульту включил, там вообще? Она МС дает? Ульта вообще-то, да. Ну, я проверял твои познания. А зачем Слафорис-то ботинок купил? У него же второй есть разбеган. Нет, но он не 522 МСТ делает. Ой, Кванг со вторым промахнулся. А чё он не максит второй скилл там? Нормально. Кто? Салфорис? Ну, короче, там мувспит не увеличивает. Нет, увеличивает. А, нет, всегда плюс 50, да. Плюс 40. 50. Но кулдаун-то где? Уменьшает. А, да, 50. Он как бы постоянно может бегать плюс 50. Ну, как бы, и ботинок не нужен. Так Лангс тоже, в принципе, с полетом нормально. Барри ролл от Мэдмана, мисс... А чё? Чё это было? Не знаю, они думали, что они подцепили его. Там же фир на одну секунду. Мэдмана без станов гангать. Фир есть. С задержкой. Он у Барри ролл может задушить. Тем временем на миде уже упал тауэр. 5000 по голде уже проигрывает команда Легиона. 4. 3. Стан. 2 стана подряд. 1. Насикнули. Из Салфорис? А я как бы не знаю, а чё Кланкс и Салфорис игнорируют это дело? Я не что останутся? Ну, по-моему, да. Алона на перерез Салфорису дает станчик. До свидания, мальчик. Кланкс полетал, как полетал. Как ты так рифмуешь? Ну, как-то так получается. Что ж там уроки можешь взять? Как идиот. Но это было не смешно, тёзка. Ну ты обиделся? Да. Да. Ну как бы я вообще не ожидал, что ты так обидишься. Прости меня. Я искренне сочувствую. Ладно. Повелся. Морж. Сань, прекращай. Ты такой не смешной. Но да, тут попадает корнями, почему же не ультануть в Хеллбрингера? Он еще сейчас на развороте умрет, под тебя дает корни. Там Хеллбрингер стопал этого Салфориса. Ну, он его... Просто как мог. В одной сосне развел. Это Джукмастер просто. Джукмейстер? Ну, 0-6 в пользу команды Хеллборна. Ну, при том, что есть у них силка, еще никак себя не проявившая. 0-0-0. А у Легиона Магмус, который пока на харде 7 минут. 7-7, типа. 7-7? Ну зачем силка взялась, мы здесь? Чтобы уплотниться? Ну обычно после против берус, но я не знаю, если только типа с идеей, чтобы... Подцепил Магмус Мэдмана. А как он сейчас не замедлился? Он замедлялся. Замедлил. Чем дальше от эпицентра, тем хуже слоу. Ага. Не знал. Не знал. Сейчас Кланкса будут цеплять. Походу дело как испреснули файр. Ой-ой-ой. Корни. А Дэдвуда и сами ребятки туда шли. Тут могут.
Там сверху подходит. Вы чё, ребят, ваши тут 5 человек подцепили Дедвуда, кинули сразу на него ультимейт. Стрик с него заберут. Какой стрик? У него нет стрика. У него нет стрика. У него нет стрика. У него заберут много голды. Ну, голды забрали, но... Могли забрать там троих, но забрали только одного. Там слева двое немножко что-то боялись, так шли. Немного? Ну, так Риптайд есть ульта, он не летел сразу, чтобы пешком. Так он боялся. На ульте-то чё боятся летать? Ну, это уже у него надо спросить. Да, всемогущим чувствуешь. А я винегретик ем. Минутка полезной информации. Ты в туалетка пойдешь, ты скажи, хорошо, предупреди. По большому, по маленькому. Мадман посыпил Кланкса. У Кланкса остается 100 хп. Блин, сейчас нарпаду, кстати. По маленькому. Как он его развел? Но... Не, он сдохнет. Пинь. Эмбер. До свидания. Корни! Ну что-то прям вообще рассыпалась команда Нормик. Стан красный от Алуны. Сюка на грабле прилетает мислотцами, но есть не промахивающийся Серсей на Луне. Не, мне тут его же Серсей играет сильно, как ворошинский стрелок. Как стрелок играет. Стрелок игры. Ешь винегретик. Сейчас бы базилку включить на силуэтке-то. Хватит писать. Хватит подсказывать игрокам, борщ. Подцепили Дедвуда. Не успел он поражать свой портал кей. Догоняет его Риптайд. Дает он под себя корни. Но нет. Подходит сюда слон. А сверху идет силка. Силуэточка. Неплохой стан по Риптайду. Риптайд тут, скорее всего, останется. Надо уйти хотя бы с Алфориса. Падает Т2, точнее Т1 на боте. Портал Кей на слоне. Это что, я еще поешь или успею? Как же круто. Подцепили Алунку. Ой, сейчас снимут с нее и трусы, и стрик. Все, все только... Залетает Дедвуд с ПК по Кланксу. Как же много по нему дэмэджа. Это уже минус 2, всего лишь на размен на одну Алуну. Заберут, скорее всего, еще тут... Салфорис раскастовывает ультимейт Магмус, и это будет минус 2. Сколько же фрагов. Тонны экспы, тонны голды. Ну, Салфорис просто полторака. Да. У Магмуса тоже полторака. Но при этом умер Кланкс. Не, ну, кстати, если они возьмут ПКшки сейчас дофармят, то опция переворота будет, плюс Хеллбрингер 6 где-то накольдует. Как ты считаешь, Сашка? Ну, ты уже все сказал, что мне говорить. Да, да, говорить как все. А, да, 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 да. Магнус великолепно сейчас отыграл. Сейчас у него появится Portal Key. Ну, меня, конечно, смущает вот этот вот Хеллбрингер без всего, 70, точнее, 82 кп. Очень просел он на лайне вместе со своим Кири Кланксом. Я тебе так честно скажу, меня больше смущает Риптайд 160 кпм, который не имеет опции рекавера. Но он пытается. Стоя в кустах? Да. У Силки сейчас появится 0 стол, и она просто пойдет и снесет кому-нибудь башку. Магнуса здесь не получилось, пару крепче, так уж. Да, вот он, нульстоун. Есть единственный на Магнусе. Засвапала силка. Тем временем забирает Кланкса на миде. Летит Риптайд, как прям как на такси. Врезается в слона. Активировал ультимейт Кланкс. 5-секундный стан от Алунки. И слон на хосте. А на топе тем временем по Магнусу приехала силка и будет его убивать. Да, еще корни от...
Дедвуда и Портал Кей был так близок. Ну, упорхнул просто из его рук. Тем 420 ГП мы на Медване. Это как-то очень много. У тебя слезка катится с ГП? У меня? Почему у меня должна накатиться? Ну, скорее всего, грустно Клангсу и грустно Хеллбрингеру. А еще грустнее... Это тот легендарный билд через мом. Да? На Клангсе. Ага. Джунта придумал. Мом, типа, вообще неплох на этом герое просто. В команде немножко. Ну, в принципе, Магмус. Сейчас, скорее всего, будут пытаться собирать силуэточку, но, мне кажется, у них абсолютно ничего не получится. Хотя, силке ведь для свапа нужна мана. Вот она накопилась, она просто заслапалась. Силка пошла иллюзией забирать тауэр. Но нет, не так-то все просто. Подкопай ты Магмус уже на боте этих трех. Загрещу, всех пропустишь. Да. Там сейчас подходит еще одна пачка. Но еще я один боюсь, шанс. Он как бы сейчас может сдохнуть легко, потому что слон... Там Мэдбан, там слон, да. Вот смотри, крипчика. Он взял крипчика и все. До свидания, нашла. В смысле, слон взял крипчик? Нет, Магнус не взял крипчик. Не взял даже тоже того же крипчика одного, который был еще шанс. Ну это пипец, это... Я, короче, в сапер, когда играю, у меня там не столько много красных флажков, как у них в лесу. Зашло. А, боржа же там нет, да? Че, я сюда перекопирую. Клангса появляется. Моп. Ну что ты за 5 минут Магнус нафармишь 100 монет? Ну, остается у него совсем немножко. Прям вот совсем. Вот можно силочку на миде попытаться подцепить, но у нее есть иллюзия, она сразу на нее свапается. Зачем просто бегает Магнус? Зачем? Эврика. А ребята из команды Хеллборна забирают Каенгора. Значение слова Эврика — это когда тебя осенило. А тут типа аллилуйя, типа благословление, вот, все рады. А не зря очки носишь, да? Ну, как бы... Профессор. Чтоб видеть. Ты ж хочешь, Саш, что ж видеть? Нет. Чтоб видеть. Мэдман, ничего не боясь, забегает во вражеские леса и наводит шорох. Силка 14 уровня, с токеном 500 ГП. Луна выходит на что? Приобрела на себе Quick Blade, чтобы что собрать? Nullfire. Против кого? Мальфаса? Да, логично, логично. Ну, люблю, когда вот сам с собой общаешься, ну, вот как-то там, типа, думаешь. И догадываешься. Много времени в одиночестве ты проводишь. Думать. Саш, ты ушел в себя там уже? Думать? Я кушаю. Винегретик. На силке через 5 голды появится Portal Key. Там целый тазик, по-моему. На миде, я думаю, будет last fight. Ну, скорее всего. Че? Ну или на боте. Так, паровозиком летит. Смещаются все в бот. Даже силка. Глиф. Нет. А Магмус раскастовывает ультимейт.
подцепили Салфориса, сразу же его уничтожают. А почему бы Мальфаса не скинуть? Что полезность этого Магмуса в этой игре зашкаливает. Нет, наверное, он просто, ну, типа, гол, а команда сказала нет, и то, что он не прыгнул. А, ну, типа, стоять 9 минут на топе. Ради этого? А потом 5 минут, 200 голды дофармивает. Ну, типа, такое бывает. Я вот не раз помню всяких там кракенов или что-то, но суицидят ПК вот за 300, за 200 монет убивали. Он хотя бы не фидел, он реально сейф его пытался дофармить. Другое дело то, что ему тиммейты могли оставить пачку лишний раз. Он сам мог на боте взять, на топе взять. Где его ошибки. А не тиммейты, что должны были оставить. Ну, винить тиммейта, это в принципе на горении... Все отлично. Закон. Да, закон. Всегда виноват тиммейт, а не ты. Ну, кстати, я такой привычки не имею. Я, конечно, я... Не, я серьезно, я в пабе ни на кого вообще никак. Раз в год бывает. Вот мне пару раз пригрел эту... Я в основном говорю, что 90%... Даже в 95% случаев... Ты винишь тиммейта, да, что он такой сикой, такой плохой. Сделал то вот еще. Да. Ты просто стрим Псичи пересмотрел. Большинство игроков, как бы, если ошибаются, то они не едут. Вот в том-то и дело. Но и тут бы бульварка им еще не палится. Да. Обычно выкладывать можно. Да, бульварком спалился, там сразу волна от Рептайда залетела. Силка, но у нее есть токен Стоун. Ой-ой-ой-ой-ой, раскастовывает ультимейт Магмус, забирает уже Салфориса. Умирает еще и Магмус. Если бы он скинул, он бы спас Салфориса. Да, пока да, что да. У ребят... Он ждал просто побольше таргетов взять. Умер только один слон, подцепили еще Бэтмена, но он уйдет. Можно было фри токен только что выйти. Так-то 10 секунд остается у иллюзии силочки и должна она... 30 секунд на токене просто. Свапнуться, наверное, сейчас на базу. Забудет ТП-шку, да. Так и есть. А Кланкс постепенненько приближается к своему геометру. Ну, не геометру даже, а фаербренду всего лишь. Прожимают они консит, ну... Харкон на Бэтмене. ГГ. Ну, да, на самом деле. Эта игра проиграна уже, ну, так... 7 назад была. Ну, ребята решили поиграть. Там твой друг, Сашка, в стриме опять хочет тебя развести на эмоции. И это победа команды SquareR со счетом 2-0. Набирают они 3 очка и сохраняют шансы на попадение в плей-офф. Сделаем небольшую паузу, и будет у нас игра команды NMG против команды CAM. Блин, мне надо найти Сокастера еще пока. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру.